Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о событиях, которые сейчас происходят в Степанакерте, на Горном Карабахе, или Арцахе, или Ханкенди. Тут и армянское название, азербайджанское название, да, и название, к которому все привыкли, ну, все русскоговорящие, к которому привыкли. Азербайджан говорит о том, что там началась контртеррористическая операция. И вот что там происходит, тут, безусловно, без экспертов не обойтись. И мы в следующей части выпуска, я предлагаю поговорить с нашим следующим гостем, Сергеем Даниловым, заместителем директора Центра ближневосточных исследований из Киева. Господин Данилов, приветствую вас. Приветствую, приветствую вас и ваших зрителей. Спасибо большое, рады вас видеть опять у нас на канале и благодарим, что нашли время для нас. Скажите, пожалуйста, что происходит на Горном Карабахе сейчас? Ну, обострение происходит. Азербайджанская сторона обстреляла там склады, позиции тех вооруженных формирований, которые находятся на территории Карабаха. Тут очень важный нюанс. Нельзя сказать, чьи они. Армения говорит, что ее военных там нет, и что это силы обороны Карабаха, Арцаха, как они говорят, да? А в то же время эти люди получают армянскую зарплату. Они, если уходят, сейчас будет, наверное, какой-то вывод этих вооруженных формирований, они будут уходить как граждане Армении в Армению. Да, российские миротворцы, которые размещены в Карабахе по решению, по протоколу, подписанному Азербайджаном Армении после 44-дневной войны 2020 года, должны были обеспечить переходный период 2025 года и не возобновление боевых действий. Однако, как мы видим, широкомасштабные боевые действия возобновились. Азербайджанская армия наносит удары по ПВО, которое размещено по складам, по опорным пунктам. И, собственно, ну, по факту уже разгромила те силы армянские, которые находятся. А миротворцы российские в это время выпустили релиз о том, что мы продолжаем исполнять свои обязанности. Все спрашивают, весь Кавказ спрашивает, какие обязанности? Простите, вы не можете объяснить дополнительно. Вы две страны согласились на ваше присутствие с тем, чтобы главное условие было не возобновление боевых действий. Они возобновились. Какая ваша роль? Хорошо, а в чем причина их возобновления? Окей, Азербайджан пользуется моментом для того, чтобы окончательно решить карабахский вопрос, то есть взять под контроль тот остаток Нагорного Карабаха, который еще не контролирует. Что происходит? Что мотивирует Азербайджан? Или Азербайджан действительно защищает себя? Вот он сейчас зачистил, как вы говорите, территорию Нагорного Карабаха и на этом остановится. Что на самом деле происходит? Каковы мотивы? Армянская сторона сейчас затягивает время. Она понимает, что условия, по которым нужно подписывать мирный договор, сейчас будут наихудшими. Возможно, в будущем, через какие-то года, либо в результате каких-то глобальных изменений, например, усиление роли Евросоюза на Кавказе, который, как кажется, в Ереване будет больше поддерживать Армению. Армянской стране удастся выторговать лучшие условия для мирного договора. В отличие от прошлого года, армянская сторона заговорила о субъектности армян Карабаха, то есть о том, что Азербайджан должен с ними договариваться и сохранить их субъектность. Азербайджан понимает, что время идет, прошло 3 года после 44-дневной войны, мирного договора нет, границы не демаркированы и не делимитированы, пытается ускорить процесс подписания мирного договора, в частности, таким образом, используя военную силу. А граница не демаркирована между Арменией и Азербайджаном, я правильно понимаю, да? Или... Да, именно так. Вся граница не демаркирована и не делимитирована. И сейчас идет спор, по каким картам, какого года это проводить. Там же были эксклавы азербайджанские, небольшие села в Зангезуре, ну, южная Армения, в советское время. В какое-то время они появлялись, но это было связано преимущественно с хозяйственной деятельностью, условно говоря, да.
там перекраивали межреспубликанские границы. Где-то эти границы были проведены с учетом 100 таких хозяйственных вопросов. Тот или иной колхоз, условно говоря, и давайте нарежем границу так, чтобы это поле, либо это водохранилище принадлежало ему. Но 91 год обе страны встретили в состоянии войны, и в отличие от абсолютного большинства остальных стран бывшего Советского Союза, не был даже начат процесс демаркации и делимитации. И сейчас, я надеюсь, что стороны подпишут мирный договор, и начнется этот процесс. Да, границы будут наконец-то установлены. Хорошо, а вот какова ситуация, кто что контролирует в Нагорном Карабахе? Там получается, что южная часть Шуша контролируется Азербайджаном, а Степанакерт и северная часть Нагорного Карабаха, она под кем? Под властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики или Армении? Что там происходит? Да, это еще один вопрос спора. Кто на самом деле находится, какие воинские, чьи воинские формирования находятся на территории Карабаха? Как их атрибутировать? Азербайджанская сторона утверждает, что воинские части, так, силы обороны Арцаха, как они называются, на самом деле это вооруженные силы Армении. Они финансируются из бюджета Армении, они снабжаются из бюджета Армении, они получают технику от вооруженных сил Армении. И в конце концов там служат военнослужащие вооруженных сил Армении. В то время как армянская сторона отрицает это, говорит, что это силы самообороны, что это сами арцахцы, армяне, которые проживают в этой местности, себя защищают, это их самоуправление. Хорошо, а вот это, вся вот эта вот ситуация поднимает роль вообще России на Кавказе, на Южном Кавказе, да, потому что или за Кавказе, как его еще называют, и стратегические ошибки Армении, которая в свою очередь понадеялась только на Россию и попала в такую изоляцию у себя в регионе. С азербайджанцами они живут плохо, с турками они живут плохо и надеялись на, в данном случае, на Россию. И этот, эта ставка по большому счету не оправдалась. Что дальше? Мы видим какие-то шаги, которые предпринимает тот же Пашинян, да, которые, ну, внешне можно трактовать как то, что он отдаляется от России. Допустим, Армения ратифицировала Римский статут, да, хотя Армения говорит, что я как бы это никак не связано, это никак не против России и так далее и тому подобное. С другой стороны, говорят, что Путин фактически сдал Армению Эрдогану, договорившись с Эрдоганом и так далее. Что в этом вот в геополитическом треугольнике происходит? Действительно ли Путин сдал Армению туркам, договорился с турками о чем-то? И что теперь будет делать Армения? Договариваться с Азербайджаном, договариваться с Турцией один на один, или Россия по-прежнему имеет какие-то рычаги влияния на Армению? Ну, начнем с того, что переориентация Армении на Европейский Союз, ну и вообще на страны Запада, это далеко не свершившийся факт. Это пока больше похоже на какие-то шаги, довольно непоследовательные и незавершенные. Армения не вышла из ОДКБ. Армения не вышла из Евросоюза. Армения не декларировала никакого другого курса, кроме того, что Россия больше не есть гарантом, и опора на Россию была ошибкой. Пашинян признает, что это было самонадеянно и неправильно полагаться в области безопасности на Россию. Надо искать другие варианты, но другие варианты можно искать и нужно искать тогда, когда ты выбрал сторону, тогда, когда ты куда-то идешь, да? Вот ты декларируешь курс, не побеждаешь на выборах, ну, в принципе, с какой-то версией этого он и побеждал. Однако этого никогда не было сказано прямо, и самое главное, не было сделано никаких конкретных шагов, которые бы закрепляли этот курс. Армения имела возможность, как Молдова, Украина и Грузия, присоединиться к такой форме сотрудничества с Евросоюзом, как ассоциация с Евросоюзом. Тогда же Армения отказалась.
Вы имеете в виду 2014 год, да? 2014 так, год. Да, да. Тогда же Армения отказалась от этого при предыдущем президенте. А в Украине, когда Янукович отказался, мы его просто выгнали, да? Сказали, иди до свидания. Ну, армяне тоже в каком-то смысле выгнали, потому что пришел Пашинян на волне революции. Однако, никаких изменений политики с того времени не было. Что делать Армении, это дело Армении. Это дело армянских граждан, прежде всего, а не экспертов из Киева. Если бы меня спросили, то эту страну ждет довольно сложный процесс переосмысления себя, поиска новых ориентиров и очень сложная домашняя работа. Как мы будем из этого всего выходить? Это и про этнические стереотипы. Они частично оправданы, с этим никто не спорит. Но насколько демонизировано, насколько карабахский клан, который длительное время правил в Армении, эксплуатировал на самом деле Армению до Пашиняна, насколько они закрепили это все, насколько слово Пашиняна, которое он дает, подпись Пашиняна в переговорах с Алиевым есть надежной, насколько Армения надежный партнер, это все большие вопросы. Россия, безусловно, имеет какие-то рычаги влияния на Армению. Это и военная база, это и армянский олигархат, который проживает в России. Это даже криминальные кланы российских армян. И попытки дестабилизировать ситуацию явно будут. Если я сегодня просмотрел Твиттер и Телеграм и вижу уже, как пробуют раскачать армян на протесты против Пашиняна, премьер-министра. Однако, сейчас уникальная ситуация. Впервые, наверное, за всю историю Россия очень непопулярна в Армении. Все очень четко понимают, что все рассказы о том, что Путин договорился с Эрдоганом, это блеф. Путин никогда бы не договорился об этом с Эрдоганом. Он никогда не сдает территории, либо тех стран, которые он в значительной степени контролировал. Путин просто лишился в результате своей агрессии в Украину возможности влиять на Азербайджан и Армению в той мере, в которой он имел до 24.02. У него просто одна бригада уехала и легла под Харьковом с Дербента, база из Гюмри уехала на Донбасс, и половина ее тоже легло. И в результате как бы силы еще есть, угрожать можно, но чем закончится, неизвестно. И потому это не про договоренности между Путиным и Эрдоганом, это про истощение сил путинской России на Южном Кавказе. Ну, то есть фактически уменьшилось из-за того, что затянулась война в Украине, российская агрессия против Украины, на что явно Путин не рассчитывал, уменьшилось, соответственно, военное присутствие России в Закавказье. И это сейчас и влияет на ситуацию, я правильно понимаю? Так, безусловно, это главный фактор, который влияет на ситуацию. Хорошо, вот вы говорите, что Армении нужно выучить домашнее задание. Но вся независимость армянского государства, она же строилась вокруг вот этого самого Нагорно-Карабахского комитета. Если Украина и Молдова там больше выступали за идентичность, язык и так далее, то там вся вот эта вот недвижимость крутилась вокруг Нагорно-Карабахского комитета. И теперь получается, что Армения теряет Нагорный Карабах. Дальше что, теряется смысл армянской независимости или как вообще это происходит? Извините, может, это такой немножко сумбурный вопрос, но опять же возникает вопрос. Вы в чем-то правы. Национальная идея была вот эта победа в начале 90-х годов над Азербайджаном. Тогда было оккупировано 20% территории Азербайджана, не только Карабах, но и довольно значительные территории за пределами Карабаха. И вот этот миф победы сыграл с Арменией очень злую шутку. Он законсервировал ее, он ее остановил, он ее превратил в сателлита России, в конце концов. И порвалась вся конструкция, обвалилась в тот момент, когда этот единственный гарант стал слабым. А Азербайджан удивительным образом, проиграв эту войну, получив травму, жестокую травму,
бывал в 90-х годах, в начале 2000-х в Азербайджане, мог наблюдать, да, и этих беженцев, которые оставались через 10 лет после завершения Карабахской войны первой, на улице, практически на улице, там, землянка, да, и это уязвленное национальное самосознание. Это, ну, такая травма, она всегда, ну, сложно влияет. Однако она послужила неким катализатором для того, чтобы собраться, строить, делать, искать, не сдаваться. Да? Вот результат мы видим. А армянское государство, безусловно, никуда не денется. Армянское государство носит тысячи и тысячи лет. Надо понимать. И вот этот период, это 30 лет построенной идентичности на победе над Азербайджаном, он заканчивается. Но не заканчивается армянская история, армянская культура, армянский язык, армяне как люди, армянская диаспора, их солидарность, их строительные умения, там, их способности. Надо начинать, да, это кризис, это жестокий кризис, но надо начинать строить, основываясь не на этой победе. Я не даю оценок, кто был прав, кто виноват 30 лет назад. Там обе стороны себя показали, ну, во многих случаях не с лучшей стороны, на самом деле. Да? Это страшный конфликт межнациональный, резня была с обеих сторон. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Теперь надо переворачивать страницу и учиться жить вместе в регионе. Иначе, ну, я боюсь предсказывать, что будет в противном случае. Хорошо, а сможет ли, и, наверное, последний вопрос, сможет ли Пашинян преодолеть это? Потому что очевидно, что Россия хочет, чтобы Армения оставалась в изоляции в этом регионе и зависела только от России. Вы говорите, и это совершенно очевидно, и наверняка Пашинян тоже понимает, что нужно договариваться с соседями, учиться совместно жить в регионе с турками, с которыми огромные проблемы тянутся уже больше 100 лет, армянский геноцид, который не признает Турция, проблемы с азербайджанцами, и вот это влияние российских армянских олигархов и армянской преступности из России. То есть любая попытка Пашиняна договориться или как, налаживать отношения с Турцией и с Азербайджаном, не будет ли это служить поводом России взорвать Армению изнутри и раскачать лодку изнутри? Вот как вот эта дилемма очень сложная, которая теперь стоит перед Пашиняном, очевидно. Да, но предыдущие попытки выступить с пророссийской аджендой против Пашиняна окончились неудачей. Пашинян выиграл даже досрочные выборы после проигрыша 44-дневной войны. Посмотрим, какие результаты будут сейчас на муниципальных выборах. И главное, какой результат покажет его партия на выборах в Ереване, в столице. Ереван — это там, ну, больше половины, кажется, если не ошибаюсь, всего электората Армении. То есть это по факту плебисцит сейчас будет. И специфика, повторюсь, в том, что впервые пророссийские силы очень непопулярные. Даже имея возможности для дестабилизации, ты не будешь там нанятой массовкой из нескольких тысяч человек штурмовать что-то. Это тебя никто не поддержит. Все знают, что это будут проплаченные люди, либо маргиналы, либо привезенные вообще из России. Мы понимаем разницу между настоящим народным протестом и между инсценированным. Так вот, пока у России ничего не удается организовать против Пашиняна. Эти силы не способны, они разгромлены. Я вчера слушал одного знакомого моего армянского журналиста, публициста, и он очень прямо сказал, их нет, этих пророссийских сил. Это беспрецедент в истории Армении и армянства. Потому что длительное время они рассматривались как союзники и рассматривали Россию как своего главного друга. И вот эта историческая, культурная, можно сказать, традиция оборвалась. Хорошо, а что мешает, наверное, 100% последний вопрос, что мешает Пашиняну объявить, скажем, курс на интеграцию в Европейский Союз? Или он сам не видит в этом необходимости, или сам не до конца поддерживает эту идею? Потому что сейчас, как вы говорите, пророссийских сил нету, и самый тот самый момент, когда можно это сделать. Но он этого, как вы сказали, не сделал, позицию не выбрал и ее не декларировал. Ну, потому что надо до конца порвать с Россией еще.
не на эмоциональном уровне, не на риторическом уровне, да? А надо выходить из ОДКП, надо выходить из Евразэс. Россия же четко задекларировала, что это несовместимые курсы. Еще в 2013 году, вернее, в 2013, и Украине, и Армении был поставлен ультиматум. Обе страны его приняли, и одна, то есть Украина, исправила это положение, Армения нет. Это раз. Но есть и объективные трудности. И, безусловно, Пашиняну сложнее, чем нам. И в этом, ну, я ему очень не завидую. Это география. Они не граничат ни с одной из стран Евросоюза. Но они граничат с Ираном. И у определенной части армянского истеблишмента довольно плодотворное сотрудничество с Ираном. И они говорили даже о взаимодействии в сфере безопасности и обороны. И рассматривали Иран как вариант гаранта безопасности. Я не говорю, что все, что Пашинян это поддерживал, но такие разговоры в истеблишменте, в практическом истеблишменте Армении были. И Иран неоднократно угрожал Азербайджану, что в случае, если там азербайджанские войска войдут на юг Армении, они не останутся в стороне, они вмешаются в конфликт и будут защищать территориальную целостность. Потому есть объективные факторы, есть и субъективные. Безусловно, если бы это шло в тандеме, то есть Грузия и Армения, это совершенно другой уже поворот событий. Но не одна Армения, но мы знаем, что и в Грузии сейчас с Европейским Союзом далеко не медовый период. Да-да. Поэтому сложно. Окей, господин Деленов, спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Прокомментировали ситуацию и разъяснили, объяснили нашей аудитории, что происходит там. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания.